всяких пожарных разъясняю еще и на русском, сколько умею. Но одна девочка, Екатерина Миротворцева, по возрасту из Ласапе, стартовала вместе с женщинами. Это по просьбе сборной Эстонии, поскольку она скоро в Швеции на матче Швеции по ходьбе должен ходить дистанцию 5 километров. Мы с вами не вели, все хорошо. Молодец. А вы куда пошли? А мы бежим за ним. Пошла эту длинную дистанцию. Если выиграет, получает первое место, если второе, если третье, но очко своему клубу, родному клубу Калевсинаме, в этот раз связи с этим принести не сможет. Так что она, как сказать, можно сказать, выступает индивидуально. Я выиграл в этой дистанции с Куигин. Kõigil daamidel, kui ma nüüd õigesti mäletan, ja A-klassi noormeestel ja 10 kilomeetrit läbivad siis mehed ja mehed juuniorid.